Вот уже 21 год участники клуба «От всей души» в сентябре собираются вместе. Поводов несколько. Сообщество официально отмечает день рождения, и день города скоро отпразднует Уссурийск. С осенними праздниками ветеранов поздравил Николай Рудь. Глава округа отметил, что пожилые люди очень важны для нашего общества и достойны уважения. Можно говорить много, долго, но самое главное, что вы те люди, которым не безразлична судьба нашего округа, нашей молодежи подрастающей, потому что вы активно также ведете патриотическую работу, независимо от своей нагрузки. Для многих пенсионеров клуб стал второй семьей. Сюда приходят отдыхать душой, общаться с единомышленниками, делиться опытом и своими талантами. Во-первых, пожилой человек, если он никуда не ходит, сидит дома, он опускается. Он уже, да кто меня видит, правда? А сюда все нарядятся, накрасятся, все тут таланты у них открываются. Самому старшему члену клуба Антонине Алексеевне Новиковой исполнилось 93 года. Женщина – ветеран войны, все еще полна сил и энергии. Регулярно ходит на заседание клуба. В честь праздника подготовила музыкальный сюрприз. Я наша беседа вышукала, волновалась, но сказала, вот не очень я учена, но не хуже агроному. Каждый пенсионер в клубе может проявить себя и заняться творчеством. Тут есть и поэты, и певцы, и музыканты, и даже художники. Всех желающих приглашают присоединиться к сообществу в первое воскресенье каждого месяца. Елена Карпенко, Роман Адунин, Телемикс.